Всем доброе утро, Марина, скажи здравствуйте. Здравствуйте. Ванечка, скажи здравствуйте. Мы идем в садик. У нас дождик всю ночь шли, вчера дождик был, сегодня дождик. На улице пасмурно в целом. Мариночка новую шапочку одела, штанишки новые, кроссовочки новые одела. Довольная. Ваня тоже шапочку сегодня одела наконец-то. Тайсон, доброе утро. Какой-то туман на улице прям стоит. Ладно, шагаем в садик. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя. У нас время 3 часа дня, и мы поехали с Оксаной и вот там вот с Машей в город покупать кашколе одежду. Тайсон, угомонись лучше. Не зли меня, я сегодня злая. Ладно, идем на автобус. Мы с Машей и с Окси пришли в садик. Там вот закупились одежда, да, Оксана? И вот многие говорят, что, да, вот смотрите, Тарантино Марина, 765 рублей платить на, за август месяц. Там вычли уже те дни, что мы не ходили. Сейчас дождемся, приготовили уже одежду Ване, Марине. И ждем, пока они покушают. У нас сегодня опять дождик идет. Вообще ужас, погода на улице. Цветочки стоят. Там где-то еще цветочки стояли. Тут он тоже цветочки стоят. Ладно. Тучи, ага, тучи вообще темные. Ну, тучи вообще темные идут. Ладно, ждем, когда Ваня с Мариной покушают. Вот такая вот у них гардеробная. Красиво. А тут рисуночки. А тут вот рисуночки ихние уже. Так, а где тут Ваня? Сейчас найдем Ваня, Марина, Наташа, Настя, Матвей, Дима. Нету. Тут, видать, у других ребят. Так, ладно, ждем девочек и мальчиков. Блин, у нас погода такая, что дождик, дождик, дождик. Девочки убежали вперед. Я забегала в магазин, смотрела пижаму. Мне на Ванечке пижама в садик. В городе забыла посмотреть. Вспомнила уже, когда к садику подъезжать начала. Поэтому и здесь магазина нету. Придется где-то еще искать. Ладно, догоняю девчонок. Они ушли вперед. На велике убежали. Там Маша, Окси, Марина, Ваня едут на велике. Вон там они. Вон, догоняем. Так, дорогие друзья, показываю, что купила. Ну, в первую очередь, шарики детям покажу, которые купила. Также зашла... Да, Ваня, шарики. Купила, ребята, хлорированные таблетки. Давно у нас их в магазине не было. 33 штуки тут, она 100 рублей, короче, пока взяла. Надо будет потом заказать. Да, кушай, кушай. Так, тут у нас засянки Ванины из садика. Ванечка, сядь, пожалуйста. Взяла кокосовый субстрат для улиток. На, поменять я им давно не меняла. Дальше, кашколе, что мы взяли? Это чья кофта? Моя. Так, это Окси кофточку мы вот такую вот взяли. Ростовка, она 6-7 лет. После Окси Мариночки достанется кофточка. Очень красивая. А что по цене она была? Блин, не помню. Ну, в этом товарном чеке есть? Нет. 500 с чем-то, по-моему. Дальше. Маше мы взяли. Вот мы все кофты пересмотрели. Машке ничего не нравится. Взяли вот такой вот Олимпик. У нас дождик идет. У меня, видите, все ноги сырые. Вот такая вот у нас будет Олимпийка у Маши. Она стоила 500 рублей, по-моему, да, Маша? Да, Маша. Короче, сейчас товарный чек вам покажу. Да. А, видать, кто-то намазал. Или я, может, когда дело намазала. Дальше, Окси, да, это Оксана, тебе же брали? А, вот такую вот взяли. Мариночка, книжечку тихо читай. Вот такую вот блузку взяли Мариночке. Ой, Оксаночке. А, ростовка на 128, вот 500 рублей она. Вот такая вот понравилась ей. Дорогая, там ничего такого не найдешь. Дальше взяли брюки. 21 размер. Это, по-моему, у вас одинаковые брюки.
Это Оксина. Так, вот это вот Маша брюки получается. Ванечка, подожди. Они идут... Да, у вас одинаковые брюки, только ростовки. У Маши 22-й, у Оксаны 21-й. А так в целом брюки одинаковые. Вот они классика такие обычные. И у Кати такие же, да, Катя, были? Да, такие же. А у них цена 849 рублей каждые брюки. Дальше. Это чьи? Ну, помогайте доставать. Вот это вот мы взяли кроссовки Маши, да? 36-й написано размер. Но я не верю размерам. Вот такие вот кроссовочки. Доставай из упаковки. Маше понравилось. Мы много пересмотрели. Там очень долго искали. Дальше. Это Машины тоже. Это на каждодневку в школу ходить вместо туфлей. Маша, потому что в туфлях себя неловко чувствует. Поэтому мы такие ей взяли. И Оксане мы взяли тоже тиктоки. Только вот такие вот фиолетовые. В целом сегодня у нас обошлась покупка на 5000 рублей. На 5. Не считая продуктов, то, что я сейчас сходила, еще взяла. Сейчас покажу, что из продуктов купила, и будем кушать, готовить. Пишите ваши комментарии, как вы думаете насчет всех этих покупок. Так, вы сейчас аккуратно все это сложите и приберете в шкаф. Вот сюда, в один пакет также все сложите, потом ко школе будем после ремонта развешивать, все гладить, отпаривать. Но мне понравились вот эти вот брюки. Они сидят и в талии хорошо, и по длине хорошо. Окси, правда, чуть-чуть длинноваты, но вот из-за того, что здесь вот коротенько, оно получается спереди нормально, а сзади подлиннее, поэтому нормально. И Маши тоже вот такие вот я взяла. И знаете, вот там сегодня мерили мы брюки, и на многих не было пуговицы. Вот здесь пуговица есть, да? А у Оксаны на брюках нету пуговицы. И причем там еще две или три пары, там и Маша смотрели, на них тоже не было пуговицы, но там другая модель брюк была. Вот так бывает. Некоторые меряют, порвут и ничего не это. Ну вот в целом. Вот такие вот у нас покупки. Пишите ваши комментарии. Ладно, показываю, что купила из продуктов. Так, дорогие мои друзья, взяла кое-какие покупки. Показываю, что купила. Майонез вот такой взяла. Сейчас буду все тут на печку выставлять. Взяла батон с изюмом какой-то там был. И обычный батон. Потом купила колбаску. Сейчас, наверное, пожарю. Сделаю что-нибудь вкусненькое. Маринованную капусту взяли. И тут две белые и одна черная. И сейчас дальше покажу, что я еще взяла из продуктов. Купила целый пакет баклажанов. Баклажаны. Потом взяла помидорки. Взяла три свеколочки и капусту. Сейчас буду варить борщ. Опа-на! Вот такие вот все у меня покупки были. Сейчас будем вместе с вами готовить, кушать. Вы далеко не уходите. Так, ребята, жарю зажарку, свеколочку с морковочкой для нашего борща. Я всегда зажарку делаю, не отвариваю, что там прилипла свекла. Вроде сковородка чистая была, прилипла что-то. Тут у меня уже я закинула картошку и спинки куриные. После того, как курицу разделу, спинки на бульон, самое то. Сейчас приготовим кушать вкусненько. Пока жарится зажарка, хотела сразу поговорить вот насчет каналов, да, вот много мама и канал Жубрев. Почему я именно их привела? Да потому что вы постоянно в комментариях мне писали, что вот посмотри, Настя, канал Жубрев, поучись. Не, я знаю, раньше я на нее подписана, на канал, ой, Жубрев, говорю, Жуковых, и постоянно их смотрю. Ну вот последние разы, да, я понимаю, что курятник, да, курятник надо построить. В этом претензии я ни в коем случае не хотела их обидеть. Вот вообще ни в коем случае. Пускай будет открыто тут. Если вдруг обидела, уж извините. Но не хотела их обидеть, да? Ввиду чего я их привела. Вы видели, у Жуковых 25 или 35 подписчиков тысяч. Они, значит, уже зарабатывают хорошо. Они смогли дом построить свой. О, много мама. У нее вообще очень много подписчиков. У нее дом, у нее большое-пребольшое хозяйство. Я тоже мечтаю о корове, я мечтаю о большом доме. Но, сами понимаете, это, знаете,
когда будет у меня много подписчиков, тогда, может быть, если хотя бы 1015 было бы подписчиков, зарплата больше была бы, я бы смогла больше каждый месяц заказывать стройматериалы и потихоньку и строить бы мы смогли бы дом. По сути, вот сами подумайте. Пока у меня подписчиков мало, дай бог растут. Спасибо всем, кто со мной остается. Вот нынче у меня получилось $100 будет, и я решила эти деньги потратить. Ну, посмотрим. Что ты хочешь, Оксана? Вот это отрежу. Ну, давай отрежу. Я хотела, по идее, там посмотрим. Или же я выполню одну мечту, нашу домашнюю, или же я потрачу на детей, на покупку кашколи. Но вот опять... Я уже боюсь даже что-либо в кашколе покупать, потому что слухи ходят, разные слухи ходят, что якобы школа будет дистанционная, и смысла нету покупать такого что-то для школы. И вот уже не знаешь, как и быть. Но по идее я на выход, такое вот у них всегда для школы есть, у них сарафаны всякие есть, это все есть. Чисто вот брюки покупала, блузки и обувь. Обувь у нас, это вообще обувь улетает, как не знаю на чем. Сегодня вот Мариночка новые кроссовочки одевала в садик, но погода была плохая, и получилось так, что все ноги у нее промокли. Но так-то в целом ей понравились эти кроссовочки, она довольна, она пришла, она рассказала воспитателям, что мне мама кроссовочки купила, мне мама штанишки красивые купила, а еще шапочку. Знаете, вот довольная была, это что-то с чем-то. Но сегодня у нас в садике еще она также и поплакала. Поплакала ввиду того, что когда она гуляла на улице, она упала. И вот это вот место локоть, она очень сильно себе разодрала. Прям вообще сильно. И по поводу платы за садик. Вы мне не верите? Вот, пожалуйста, сегодня я засняла список оплаты. И там вы можете увидеть, что за Марину мне надо нынче вот за август до 25 августа оплатить. А за Ваню у нас за те месяца еще переплата была, поэтому за Ваню пока... не платится. Я обычно как? Есть деньги, я сразу больше заплатила и все, и не переживаю. Я знаю, что они у меня перейдут на следующий месяц. Но мне как бы так удобней. Поэтому вот так. Ладно, буду готовить дальше. Поэтому извините, если я обидела насчет этих каналов. Да, я знаю, как с детьми очень тяжело, когда в семье большие. Много, то есть детей, что у много мамы 11 детей, что у канала Жуковых 8 детей, они ждут 9-го малыша, дай бог здоровья маме и малышу, и всем детям, поэтому уж извините, но не надо сравнивать, у меня канал маленький, у них канал уже развившийся, и они могут зарабатывать на своем канале и строить дом, как вот вы мне пишете. Настя, начни на участке строить дом. Блин, была возможность, я бы начала. Мы 5 лет строим пристроить. Дай бог, что мы нынче его закончим. Это будет вообще грандиозно, что если я его завершу и доделаю. А так вот, и по поводу, да, по поводу реквизитов. В описании канала их нету. Вот посмотрите описание канала. Эти реквизиты у меня как-то там, когда старший сын сидел, делал, как-то он сделал на загрузку видео, или во время трансляции как-то, короче, он мне объяснил как-то на загрузку, оно само выскакивает, эти реквизиты сохранены в данных. А как их убрать, я не знаю, ребят. Поэтому уж извините, но вот так вот. А если пройти в описание канала, то вы там прекрасно увидите, что там нету никаких реквизитов. Даже если и есть, то это только чисто для работы. Ну, там, по-моему, я убрала, потому что все реквизиты после того, как мне написали, что я выпрашиваю деньги у людей. Да, и по поводу подарков, то, что вот, Настя, ты не просишь, а тебе отправляли посылок много, тебе подарили ноутбук, тебе подарили все. Ребят, я очень благодарна Оле, я очень благодарна Вере, я очень благодарна Юле. Я еще одной Вере благодарна и всем другим, которые прислали детям подарки. Антону, который прислал с Олей мне ноутбук, очень благодарна. Но, честно говорю, меня уже оповещали в тот момент, когда посылка в пути была. Я даже не знала. И мне не говорили, вот, Настя, мы тебе вот это покупаем, отправляем, жди. Нет, ни в коем случае. Насчет ноутбука я уже узнала, когда он уже... границу пересек, уже почти к нам приехал, мне просто сообщили то, что, Настя, там тебе Антон отправил посылку, жди подарок. А какой, мне не говорили, я не в курсе была, ребята.
Если Антон с Олей смотрят и увидят это видео, напишите, пожалуйста. Ну, потому что я уже не знаю, как мне говорить, что я даже... Ну, вот не в курсе я была, то, что... Честно, я была сама в шоке от такого подарка. Вы сами поймите, это не дешевый подарок. Это очень дорогой подарок. И мне все еще из-за этого неудобно. Из-за такого подарка. Ну, вот все думают, что я его выпросила. Ребята, это вообще... Я не знаю, как мне еще людям объяснять, просто, знаете, закидываю сейчас капусту в суп, сварю сейчас супик. Многие спрашивают, как я сейчас готовлю. Я, ребята, готовлю утром на весь день и вечером на следующее утро, чтобы у меня было кушать готово. Поэтому вот так вот мы готовим. Вполне хватает. Надеюсь, завтра у меня у Светы день рождения. Будем мы праздновать или нет, не знаю. Мы просто купим торт, посидим, подарок подарим и все. Надо ремонтом заниматься, пока не до этого. Я хотела заказать Мишку ей, но Мишка, говорят, в отпуске. Но я, конечно, позвоню еще туда насчет Мишки, спрошу. Но, говорят, он в отпуске. Нет, так потом в сентябре закажу Мишку сразу всем детям, как подарок будет. Там, знаете, Мишка такой приходит в юбочке. Если будет, я обязательно засниму и покажу вам. Очень нравится мне этот Мишка. И мы обязательно его закажем. Он недорого стоит, поэтому порадуем детей хоть раз. Да? Ладно, дорогие друзья, буду готовить дальше. Вы оставайтесь с нами, не уходите далеко. Дорогие друзья, вы спрашиваете насчет поступления Ильюши. Мы сначала куда подавали документы? В автодор. В автодор. Там его не приняли, к сожалению, к большому сожалению, его там не приняли. Но он у меня съездил, что-то 18-го. 17-го. 17-го он ездил в Соликамске. Куда подал документы? В СТК. В СТК, все, туда он зачислен, скрин я вам поставлю его, на какой он там по очереди. Да. И 31-го, да, тебе сказали опять приехать? Ну, я, по идее, завтра еще, наверное, позвоню туда. У тебя есть номер телефона их? Да, и надо тебе справку взять. И справку надо будет, да, то, что он поступил туда. Квартиру он уже нашел себе. 6 тысяч в месяц. 6 тысяч в месяц будет оплачивать. У меня что-то после печки с рипсу лицо прыщами покрылось. Или у меня на что-то аллергия. Ё-моё. Нет, нету. Смотрите, что у меня с лицом. Это вообще, скорее всего, на что-то аллергия. Ладно, так что, дорогие друзья, Ильюша поступил просто в другой университет. Не университет, а как он называется? Колледж. Колледж, во. Так что не переживайте, Илья поступил, Илья учится. Я спокойна теперь уже, что завтра позвоню, еще точно переговорю. И будет все. Точно известно. Если получится, то попробую записать на телефон, как я звоню туда и разговариваю. Ну, еще точно не знаю, ребята. Он сам один ездил, потому что в этот день у меня как раз маленький... Нет, ну ты без меня, я имею в виду, ездил. Ну, один. А там ты с ребятами ездил еще, которые тоже не поступили? Нет, я со Снежей ездил. А? А, со Снежей ездил. Ну, хорошо. Так что все нормально. Поступил, завтра позвоню, еще точно узнаю и более подробно потом вам расскажу. Так, я жарю зажарку для рожков. Также у меня тут почти готов борщ и варятся макарошки. Все, готовим кушать дальше. Дорогие друзья, еще вопрос. Подскажите, где продаются вот такие вот полочки для шкафов? Я хочу вот этот шкаф, вот эту полочку повыше сделать и переделать так, чтобы тут чисто вот такие вот полки были для кружек сшить. Потому что у нас кружек очень много, а полочка получается маленькая. Буду очень вам благодарна, буду ждать. И еще у меня вот какой вопрос. Подскажите, пожалуйста, вот многие говорят, Настя, поставь водонагреватель. У меня вопрос к вам встречный. Скажите, пожалуйста, водонагреватель много сжигает электричество или нет? Для меня это очень важно, потому что платить за свет это недешево. Поэтому буду ждать вашего ответа. Буду заранее вам благодарна.
Так, дорогие друзья, сварила суп, жарю зажарку для макаронных изделий. Также поставила воду греть для мытья посуды. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, ребята, сварила я кушать. Сейчас отдохну, потом посуду надо помыть еще. Не знаю, или девчонок заставлю, или сама. Это у меня от печки, видимо, красная. Просто возле печки то, что варила, готовила, вся красная стала. Многие говорят: Настя, ты поправилась. Не знаю, ребят, у меня весы не работают. Мы брали когда-то в крипаре на первом этаже. Они у нас месяца 4 проработали, и все. Кранты им пришло. Чека у нас не было, поэтому менять смысла не было. Надо покупать новые просто весы для взвешивания. Я, по идее, пытаюсь что-то похудеть, но у меня нифига не получается. Я немного скину вес, а потом получается, что еще больше набирается вес. Там у нас игрушки, игры разные лежат, если что. А то сейчас напишешь там скомкано все. Там игры лежат, игры, потом две красные сумочки, вот это и вот повыше. Это у меня вышивки китайские и разные игры. Там игры, тут игры, у них все лежат в коробках. Ваня сидит за компьютером, мультики смотрит. Марина истерит, как всегда. Оксана ходит. Да, Оксана? Оксана, ты довольна, что кошколи купили? Да. Довольная. Ладно, дорогие друзья, на этом видео свое завершу. Всем пожелаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите свое здоровье. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Скоро будем клеить обои, стены уже почти просохли. Завтра, скорее всего, я уже начну. Но еще ничего не обещаю. Мне надо с Оксаной съездить в поликлинику к зубному и сдать мочу. К школе комиссию пройти там. И, по-моему, лор еще нужен проходить. С утра. Ну вот не знаю, какая будет утром погода. Если будет погода утром хорошая, то я Оксану одену и вместе с ней пойдем в садик сразу. Из садика поедем в поликлинику. Но ничего еще не знаю. И с Егоркой еще осталось съездить ему купить брюки, рубашку и это кроссовки. И все. Остальные все. А, ну Свете еще брюки найти. Брюки найти еще не можем, Свете. Потом мне сказали, что в крипаре там есть на 4-м этаже, но вот потом уже поеду с ними, будем брюки смотреть. Да. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Просьба не писать плохие комментарии, потому что зачастую отвечают мои дети. Поэтому немножко как-то покрасивее делайте это, потому что у меня Катя со Светой отвечает на ваши комментарии. Поэтому всем пока-пока.